Итак, привет, мои дорогие друзья, Дублюр снова здесь, Дублюр снова с вами. Сегодня мы сразимся. Сегодня мы сыграем призовые игры. Конечно, сегодня не понедельник, но все же, посмотрим. О, у нас тут Карл Фрочек против Гровиса, Георгий Гровис. Итак, мои дорогие друзья, я в один прекрасный момент в апреле вечером поздно ночью лег спать и такой что-то прям захотелось мне собрать нового ПК. И в общем утром просыпаюсь и продаю свой компьютер. Видеокарту, конечно, себе оставляю, 3050 MCI. Вставляю 1050 и продаю вместе с монитором, короче. И вот такие дела, ребят. И потихонечку собирал в мегамаркете. Это не реклама, ребята. Я с ними не сотрудничаю. Поэтому просто говорю, где можно себя выгодно собрать компьютеришко. Вот такие пирожочки. Осталось мне SSD, конечно, еще. И оперативную память. Я показал одну 16 гигабайт. Фьюри, Тайсона Фьюри, оперативка. Короче, на 3200. IP-авто взял 12400F. Конечно же. Корпусишка за 3500. Ну, конечно, взял его на этом Валберсе. С одной вертушки еще надо будет брать. Очень сложно пока сейчас. Очень много работы. Весна, деревня. Ага, поэтому не всегда получается подраться. Ну, в принципе, ребята, мы же все прекрасно знаем, что игра в октябре выходит полностью, выходит на все платформы. Ну, то есть на ПК. Полный режим. Это обычное издание, делюкс издание. В общем, делюкс на консоли будет стоить 80 баксов. Обычное 60 баксов. Так что, ребята, сейчас 2080 рублей по скидке. На ПК берите сейчас же, потому что потом будет очень дорого. Потом просто обновление будет, а потом можно будет делюкс закупиться, и будет четко. Так, ладно, все, погнали. Призовые игрушки. Она давно мы не, как бы вчера подрались в онлайне, конечно. Хорош. Ну, а в кишечник. Ну так, в принципе, 10400 процессор, я думаю, уже как бы слабоват. Поэтому картушку, видушку я только брал недавно, поэтому. Точнее, подарочек был Дедушке Мороза. Кто еще не в курсе, ребят? Хорош, кирешник. Не попал ему. Он мне. А что, мы свободную точку возьмем, давай. Куда пошел? На! Хорош! Хорош! В селезеночке. Есть селезеночка. Пробили мы селезеночку. Жестенько. Четенько. Ребята, ему селезенку так сильно отшиб, что он просто даже не смог больше ничего сделать. Ну ладно. Хорошо, поработали. Первый бой что-то прям оказался же, прям не знаю. О, тут у нас Тайсон Фьюри. Ребят, Фьюришка против Волдереныша. 12 раундиков. Характеристики все те же. Аперкотчики. Фрэнки Бруно. Кстати, там будет Дмитрий Бивол. Ну, я как бы Дмитрий Бивол не жду. Мне как бы не заходит он вообще, парень, этот боксер.
Я только Кличко хочу и Александра Поветкина, ребята. Это будет страшно. Это будет круто. Поэтому только. Что-то, ну там еще какие-то ребята будут, я их не знаю, не помню. Короче. А молодой будет Тайсон Фьюри, короче, входить. Потом молодой. А мы Рой Джонсон, мы все получим младшего. Джейр. Молодушечного все получим, даже если у нас обычное издание. Там будет молодой Тайсон, потом в этом. Молодой Мухаммед Али, короче. И Альваро Сёнуш. Короче. Так что, ребята, если кто еще не купил игру, покупать, даже если вы сейчас захотите играть на поломанную, да, сейчас игра поломанная, конечно, то после релиза она будет очень дорого стоить, поэтому будете локти кусать, а будет поздно. Поэтому я рекомендую отложить 2800 рубликов прямо сейчас и бежать в магазин. Но я имею в виду в Steam. Потому что иначе, ребята, иначе. Потом, я думаю, сейчас эту игру по-любому немножечко оптимизируют, она, думаю, будет лучше работать. Возможно, будет на... Я, кстати, на высоких играю, то может быть тут вообще на ультра настрой. Ну, хотя на высоких тоже хорошо. Ну ладно, погнали. Так, второй бой у нас профессиональный. Погнали, погнали, Тайсон, свободную строчку. Тайсон сейчас у нас сломан просто конкретно. Но ангелочек. Перк ангелочек. Ох, вот это он хотел меня призарить. На, кишиш. Хорошо. Кстати, в мониторе у меня динамики. Не особо такие. Хорошо, подъехал. Хорош. Хорош, примушечный. Усиленный примушечный. Есть кишечник. Это было что? Ах, блин, жалко, промахнулся, зато правый кишечник, потом левый. Потом право еще преимущественно. Он тут прямо слева хотел перкочка. Ну так что динамики в этом лазере в мониторе, конечно же, не очень. Но, ребята, зато монитор достался 256 рублей. Короче, мой отец даже обмывал, у него дороже коньячишка. 265 рублей. Так что, ну, вот такие вот дела, ребята. Ну, прямо так вот. Погнали, погнали, погнали. Тайсон, давай, давай. Мы еще только. Отлично. Ох, слева еще не попал, жалко. О, вот это мне нравится, когда он голову так отнимает. Прям такая. Крупущишка прикрывал хорошенько прям, ну, голову. Ну, разве можно прикрыть голову от Тайсона Фьюри? Ну, недавно сам ничего, все его просто отработал. На самом деле, я имею в виду. Еще кто, ребят, смотрел, там страшнейшая была драка. Ну, конечно, станешь шлом там, трусик, что ли, слабак. Погнали, погнали, добивать его, драматом, срочно, погнали, он у нас 16 секунд. Вышел. Повезло им, повезло, ребят. Повезло, просто повезло. Тайсон наш его чуть не отработал конкретно. А, неплохо. Хорошо, слева, боковушечник. Упал, смотри, что.
Ну, короче, как бы просто печенюху ему слева. Бычковосочный, ну прям загнулся. Ну, Тайсон, конечно, ребят, просто бомба. Не страшнейший. На девятке стоит. Но это ненадолго, ненадолго. Сейчас доработаем просто надо. Довести. Нормально. Пошел. Тайсон, давай. Хорошо, зашла. Ой-ой-ой-ой-ой, бля, что творит. Ну, колено взял, прикинь. Молодец. Да он сейчас восстановится, короче, надо аккуратно сейчас. Да. Ну ладно, погнали. Не, он сейчас восстановился, у него сейчас по-любому. Все, в основном порядок. Опасно. На, в кишечник. Это что сейчас будет? Хотел его просто втолкнуть. Блин, что творит же. Ты представляешь, что творит? Наш бот на раунд закончил, он дерется. Хорош. Перкочек. Может, задержку берут, а то задержка просто нереально. Не, ребята, лучше брать хорошие геймпады, иначе китайских слишком много задержки. Отлично. Перкочек. Кишечник прям. Кишечник. Здесь справа в кишечник. Блин, жалко, слева не попал перкочек. Я думал. Да, немножечко анимация хромает, но да разве он станет? Хотя он на колено присел, он сейчас у него по-любому. У него сейчас может быть круто все. Не, все, не смог. Нет, Тайсон просто уничтожал его, ребят. Вы видели, что происходит там, страшно. Тайсон страшно убивал его просто. 20-14 просто, 10-7. Страшно. Ничего не мог сделать. Лодренаж просто. Ничего не получалось у него. Так, Джойс. Кто тут у нас? Джо. Против Фрейзера. 15 раундов, ребят, вы че? Офигеть, а то мы начинаем с 4 раунда. У нас столько стамин, 50%. Офигеть, здоровье 70%. Да, вот тут, по-моему, серьезно, сейчас будет очень. Итак, друзья, в октябре, значит, первый русский боксер у нас будет в боксе. Но опять же, у меня в стиме и только 84, да? Сейчас через Киви, к сожалению, через Киви сейчас не положишь бабки. Поэтому... А мне еще надо SSD. Хочу MCI себе SSD-шку взять на 500 гигов. Надо отдать 5 штук. Это немало денег. Последние 250 рублей за монитор отдал. Мы еще проехали. Гляди, как он идет. Че это он так?
Нифига себе. Блин, у нас стамины столько мало. Это на диспьюдите. Жаль, конечно, что у нас стамины уже мало так. Не совсем честно. Блин, он толкается. Задержки страшные. Вот это я не хотел, может. Хорош, хорош. Он клинч взял. Вот, блин. Хорошо, зашла слева. Справа, к сожалению, не зашла. Есть, апперкотчик. Опять клинч берет, да? Что творит? Это что сейчас было? Это просто кошмар. Оттолкнул. Хорош, хорош. Есть. Но мы не успели. Выжил, конечно. Но мы проигрываем, ребят. Мы проигрываем. 43 стамина. Погнали. Разеренуш опять так идет, интересно. Уклоняется хорошо. Опять захватил нас. Блин, у нас нету. Хотел нанести ему. Не получилось. Закрывается хорошо, да? Не всегда, по-моему. К сожалению, мы заходили уже. Когда он нас к стамину отжал уже, просто жестко. На, еще тебе. Право хотел преимущественно усилить. Есть. Хорошо, попал. Зашла. Ох, у него тоже. Ага, толкай. Тише, без стамина нельзя. Опять захватил меня. Отпусти, блин. Ну что это за такое? Ой, 34 стамина, офигеть, это опасно очень. Так надо что-то с ним придумать. Не подпускать его близко, потому что он сейчас будет в клинч хватать нас, отнимать же стамину. Держимся. Больно. When you're training to fight a swarmer, you gotta focus on your conditioning, because they will push you to the edge of your limits. Swarmers, you can go back in boxing. Хорошо. Хорошо. The best swarmers going. Давай. Жо.
Попали, попали ему хорошенько. Боковушечная зашла. Блин, вот эти задержечки. Конечно, от геймпада тоже много зависит, но... Хорошо, с левой разочек. С правой разочек. Не попал с левой, сейчас бы хорошо зашла. Есть. Хорошо. Хорошо. Отлично. Такой напряженчик. Чешник потом голову приморщится. Вот камера чуть-чуть. Вот здесь вот. А, кишишь. Их челюсть так шатается потом. Может, правда страшно, такие удары страшнейшие. Ваш перелом челюсти. Ну, Джонни, как прям какой-то напряженный там ситуация. Ну, хорошо, хорошо, обработали, короче. Но он выиграл, смотри. Ну, он так и так выиграл. Он первые три раунда вел 10-9. Но мы зато четвертый и пятый берем. И, короче, в пятом он просто свалился, он даже не дотянул, короче. Не дотянул до 15-го раунда, мы его просто обработали конкретно, ребят. О, Рой Джонс. Рой Джонс младший, все получат в это, по-любому. Так что это будет круто. Это будет, ребята, мы будем в шоколаде. Так что оставайтесь. Оставайтесь, мальчики, со мной. Будете нашими королями.